Ну что ж, мы можем уже сказать, что это третья золотая медаль. Третья из трех у дагестанских борцов. Поздравляем! Ну и, конечно, нам приятно, что медали и получают представители и других регионов. Вот сегодня Амак Сюрю из небольшой республики, республики Тыва, принес своей команде и своей родной республике бронзовую медаль. Давайте еще раз поаплодируем. И только что Дмитрий Аксенов из маленькой по населению, но самой большой, самой громадной республики по территории Саха-Якутии. Дмитрий Аксенов, вторая бронзовая медаль. Выступает Артем Гебеков, представляющий Дагестан, город Хасавюрт, мастер спорта международного класса. Ему 28 лет, из них 10 лет он занимается борьбой под руководством Али Исхакова и Магомеда Гусейнова. Артем неоднократный победитель международного турнира серии Гран-при Иван Ярыгин, а также призер чемпионата России 2016 года. В синем трико борется Завур Угуев. Он также представляет команду Республики Дагестан Хасавюрт. Мастер спорта, ему 22 года. Школа Олимпийского резерва имени Мамбледа Батырова. 8 лет занимается борьбой. Тренер Шелев Шевеев. Завур Угуев, победитель международного турнира Гран-при Иван Ярыгин, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года. Понимаем, что очень сложно сделать прием своему земляку, с которым вместе в течение нескольких месяцев готовился к этому чемпионату. Знает друг друга, как говорится, от и до. Соискатели не только медали,
но и великолепных призов. Вот это окончательные по видео оценки. Ну, вообще-то, дорогие секунданты, вам не разрешается подходить к судейской бригаде и оспаривать их решение. Это запрещено. Вы можете получить за это желтую или даже красную карточку. Не разрешается подходить. Все решает судьи, жюри в том числе. Пожалуйста, сядьте на свои места, секунданты. Таковы правила борьбы. Жесткие, но они требуют, чтобы наши секунданты имели железные нервы. И не провоцировали. Ты показал один балл и свистнул. Я сначала выехал, показал свистнул, показал один балл. А когда убегал, как он свистнул? Он затаскивал. Он затаскивал, он потом убегал. Поехали.
Тем более, что борются, еще раз подчеркиваю, представители одной команды. Судейская бригада абсолютно нейтральная. Итак, чемпионом России на 2017 год стал Завур Угуев, Дагестан. Поздравляем. Золотая медаль Завур Угуев.